Всем привет, с вами Пенни Пресс. Сегодня у нас среда, это значит самое время объявить быстрый розыгрыш. И на этой неделе в быстром розыгрыше, который пройдет уже завтра, принимает участие вот этот 5-7 обезьяня депо. Все, что вам нужно сделать, это быть подписчиком канала от одной недели и более, поставить лайкос именно вот этому видосу, никак не попаду, вот этому видосу, и под видосом написать комментарий минимум из 5 слов. Ну, а я сейчас пойду открывать кейсы. Нет, не сейчас. Все, я хочу рассказать о том, что сегодня со мной случилось или не случилось. В общем, прихожу я домой, а у меня предложение обмена. Я такой, вау, кто-то со мной хочет обменяться. Захожу я такой в обмен, смотрю такой, вау, ничего, мне пушек насыпали. Думаю, а что хотят-то? Что хотят-то в ответочку? Такой бац-бац-бац, нихера себе, такой думаю, терраса за 3 косаря, вау-вау-вау, ничего ты, чувак, тут у тебя даже скинов-то, блядь, наполовину этой стоимости нету. Потом такой, кейсы, ножик, такой думаю, ёб твою мать, а потом еще и перчи, вау-вау-вау, думаю, ничего себе. И что самое интересное, короче, это не первое предложение, это второе. В первом был только ножик и сети, но ему показалось мало. А, в общем, что мы делаем с таким нехорошим человеком? Что я делаю с таким нехорошим человеком, который не хочет на общих условиях участвовать в розыгрышах, выигрывать скины, а пытается нечестным способом как-то заработать? Вот я, в общем, показываю твою страницу, ребята, запомните, кто это такой. И поэтому, если вот такое вот-вот чудо к вам будет стучаться в друзья, делайте вот так вот сразу. Без лишних разговоров. Пока-пока. Вот, ну а я залетаю на сайт, на котором, собственно говоря, я буду сегодня крутить. И знаете, это EasyDrop. И это EasyDrop. Я не стал ничего выдумывать. Я решил сделать забег чисто шерповый. Сделать забег по шерпокейсам. Шмотки, которые там приличные понавыпадают. Ну там, к примеру, там рубликов от 40, да, вот так вот возьмем, да. То есть я их буду копить. А потом просто все зафигачим, законтрачим, заапгрейдим и посмотрим, что из этого выйдет. Вот. Ну и, конечно же, если что-то выпадет сочное, то это отлично. Так, я, короче, на баланс там нашел промокод в группе там на сатен, закинул 250, сатен прилетел. Я только не понял, почему у меня 402, казалось, было 2 рубля. Ну, короче, не знаю, откуда-то еще полтинник прилетел. Или на 150 у меня был код, на 150 рублей был промокод при пополнении от сотки. Короче, не знаю, неважно. Так, первый у меня... Ну-ка, доступен? Нет, недоступен. Должен быть второй доступен, потому что стакнуло, скорее всего. А, нет. Вам необходимо за 2, не менее, чем на 500 рублей. Слушай, я вчера пополнялся поздно. Ну, как-то непонятно. Ну, заеби. Вот, знаешь что? Вот этот недоступен. Вот этот недоступен, потому что, типа, время не пришло. А тут еще недоступен, потому что я, типа, не стакнулся, да? То есть, ну, хуйня какая-то получается. Ладно, я, короче, не огорчаюсь. Мы летим в ширпокейсы. Мы летим. А, это сражение? Нет, сражение я не хочу, я не хочу. Вот, наши сборки. Ширпокейсы. Так, открываем по 5. 5 раз медленно, 5 раз быстро. И смотрим, что падает. О, прям музон, прям под выпавший дроп. Так, мы это продаем. Вот такой вот хочу. Вот просто вот хочу вот так вот по ширпе. Пройтись по ширпе и посмотреть... Как у нас, что из этого будет? Ну, этот за 200 мне падал как-то. Ну, не сегодня. Не сегодня, да, видимо. Не сегодня. Ну, раз не сегодня, значит не сегодня. Все, что, наверное, он хотел мне выдать, он мне выдал на прошлой неделе. Ну, и что? Он, в принципе, мне выдал. Вот тут мог бы становиться, да? То есть, нет, не хочет, да? Глубокий рельеф. Ну, ты тоже как бы не такое, что прям... Так, это 4-й раз сейчас кручу. 5-й, потом 5 мы быстро открываем. Смотрим, может, на быстром что-то меняется. Ну, а что до сюда дотянул бы? Виндетта. О, что-то... фигня. Открыть как карточку. Да, не, как... А, не, ну я все равно как бы подслился. Как бы все равно подслился, да, то есть... Так, 2... 3... Вчера-то хоть были какие-то попытки, понимаешь? Вчера было, были хоть какие-то попытки. И 5-й раз. Хоть он... Что-то пытался, да? Он хоть что-то пытался дать. Так, нет, мы это продаем. Продаем. Сейчас залетаем. Ну, шерпа. Вот это, наверное, чистый слив. Я не знаю, почему я захотел на изике открывать. На изике. Ну, как-то я посмотрел, как открывают сейчас там на других сайтах, как там что выпадает. И думаю... Ну...
А что бы нет? А почему бы нет, да, собственно говоря? Изик же все-таки я это, как бы... Надо же хоть как-то его отблагодарить за то, что он меня на прошлой неделе так вот хорошо насыпал. Думаю, надо же его как-то отблагодарить. Подожди, может быть, мы вот эти пушки сейчас... Сейчас оставить? Ну, как бы... Попробовать с таких вот побаловаться. Может, с таких просто попробовать и побаловаться, там, посмотреть, как у нас 10-процентники будут заходить. Вот все, что будет как бы от 40, мы будем копить для того, чтобы, ну, контракнуть, слово-то какое, да, контракнуть. А все, что будет меньше, мы будем там в пределах, там, ну, тут как бы совсем хуйня, короче, там прям давай. Мы будем пробовать делать апгрейды. Будем пробовать делать апгрейды, да? Ширп на ширпе. Ширп на ширпе и ширпом погоняет. Вот, ну, не, это нормально. То есть, как бы, ожидать от того, что он прям сейчас передо мной тут прям будет расстилаться. Если учесть, что я и вчера умудрился тут вынести с него там пушку, да? Пушку. Ну, Вендетта, что ты? Вот, что-то... Здесь что-то подсыпало, да? Здесь что-то подсыпало. То, что... Угу. Так, чё? Так, тебя, а это пока оставляем. Здесь что-то подсыпало. Так, сколько? Ну, короче, видос будет не очень длиннющий, да, то есть цифровая сетка. Ну, ты рублей 20, по-моему, там цифровая сетка стоишь, да? Так, 12, так, 2. Давай грозу за 5 соток. Давай грозу за 5 соток. Хотя, нахер гроза за 5 соток, да? Вот что делать? Что делать с грозой за 5 соток? Что с ней делать? Продавать ее? Это прям... Вот. Я, кстати, наконец-то вывел это в знаке льва авапу. И она, оказывается, стоит в стиме на 2 сотки дороже. В стиме она стоит на 2 сотки дороже, чем здесь. То есть там она почти косарь. Она прям с завода оказалась, а я так прям обрадовался. Думаю, вах, нихера себе. Скин-то прям с завода. Да, АВП. Да, за косарь. Да, ё-моё. Да, я ж фартовый. Был на той неделе. Но это не та неделя. Это далеко не та неделя. Так, ну все равно я там кое-что понавыхватывал. Кое-что я понавыхватывал. А, ну тут был нож, да, то есть понятно, тут надеяться на то, чтобы ты там... Ох, да, здесь что такое? 39. А, вот что-то там понападало. Так, ну который от 40, я говорил, мы будем оставлять на то, чтобы их контрактнуть. Контрактнуть, да? А все, что меньше, мы сейчас будем баловаться апгрейдами. Будем баловаться апгрейдами. Так, это фигня. 12. О, ровно на 2. Ровно на 2. Ребят, кстати, промокоды-то скидывайте. Скидывайте промокоды. А то, как бы, мне прям пополняться-то нечем. Приходится по группам шариться, искать какие-то промокоды. А вы свои жмете. А вы свои просто жмете. Ну, а что ты так остановился-то быстро, да? Блин, ну все, ладно, давай, полетели в апгрейды. Тут у меня что-то есть. Давай мы посмотрим, что так. С самого дешевого давай начнем. О, ты-то здесь что забыл? Ты-то что забыл? Давай тебя и на тебя. Давай. За рубль. А как я тебя за рубль-то не продал? Мне просто как бы прикольно, да? То есть один недоступен. Один, это бесплатный кейс, недоступен. А второй еще как бы... Еще недоступен или уже недоступен. Я даже не знаю, как правильно сказать. Блять. Вроде я вчера вечером депался. Должно было стакнуться. В чем проблема? В чем причина? Я так и не понял. Что за херня? Так, 13, 13. Давай, симфолийка. Так, 250 я депал. 250 я депал, да?
плюс соточка про, но или 150 пролетело там. Ну, походу 150. При пополнении от 100 промокод был на 150. Какой-то жирный там промокод я словил. Бонусы. А, точно, там было написано 150 при пополнении от 100. Слушай, ну это вообще прям сладкий промокод, короче, оказался там. Оказался. Ну, что ты тут? Снова давай с тебя. Хоба. Блин, мне же надо какую-нибудь авапу выбить. У меня же авапы все закончились-то на вам на розыгрыше. Ну, ладно. Симфолику выбили, хорошо. Нет, я не буду тебя продавать. Зачем? Ты мне пригодишься. Зачем? Ты мне пригодишься. Так, 16. 16, 13. Вот, 13. Так, авапа. Так, где авапы? Есть какие-нибудь? А, за такие деньги АВП нету, что ли? Я бы, конечно, АВП какой-нибудь. Так, вот, это фа... Это все. Так, ну... Давай Галиль. Галиль. Ну, давай. Не, ну, в принципе, он что-то как бы еще и заходит. Там даже как-то прям так подозрительно. Подозрительно заходит. Так, 13. У меня осталось, в принципе, две попытки. У меня осталось две попытки, чтобы что-то, чтобы что-то. Автомат Галиль. Еще раз Галиль. Ну, давай. Хорошо, хорошо. По мелочи. По мелочь, мелочь, но приятно, да? То есть, как говорится, мелочь, но приятно. Мелочь, но приятно. Это приятно. Вот, капилляры. Давай вот такую капилляры сбацаем, да? Приятно же будет кому-нибудь капилляры такие выиграть. Если вдруг они зайдут. Ну, нет, это не зайдут. Так, что у нас тут по результатам? Что тут по результатам? А, вы сами понимаете, это не прошлая неделя, да, то есть доступны для продажи. То есть вот два скина, которые я сегодня скрафтил. Ну, 250 я по любасу отбил. Ну, получается, я просто вернул то, что закинул. Вернул то, что закинул. Сколько это? На сколько все выпало? Ну, на 390. Сколько? 140 рублей сверху. Ни о чем. Ни о чем. Вот, вот эти три скинчика. Хотя, подожди, я же от 40 сказал, да, то есть вот эти два мне, в принципе, еще надо в апгрейд залить, закинуть. Я же сказал, только от 40 будем оставлять, от 40, поэтому вот эти два мы пробуем в апгрейд. Вот этот дешевле, оказывается, поэтому эти два мы пробуем в апгрейд. Что-то я прям это, забыл. Так, опустошитель, 385, ты дешевле стоишь, значит, шансы выше. Ну, давай посмотрим, что ты здесь, домой или нет? Нет, сильно ты разогнался. Чуть-чуть помедленнее, пожалуйста. Помедленнее, чуть-чуть-чуть. Вот, один скинчик у нас останется. Не знаю, может там что-нибудь нам выпадет с фрикейса, который я там, скорее всего, буду крутить за кадрами, да? Вот, давай тебя. Может, который я буду крутить за кадрами. Может, оттуда что-то еще выпадет? Я не знаю, не могу сказать. Не могу сказать. Все. Вот, все. Ну, вот так вот. А это остается у нас на следующий... Ну, как бы, это остается. Так, я сейчас тогда вас... Запрашивать не буду, я вас тоже здесь оставлю. Ребят, в общем, такой ролик. Все-таки что-то он как бы дает. Что-то он как бы дает, ну... Ну, в принципе, даже что-то там окупается там, да? Что-то даже окупается. Ну-ка, если вот так вот, сколько? 312 минус 44. Ну, 30 рублей, короче, наварил. Наварил 30 рублей сегодня. Прям шикардросный дроп. В общем, ребят, еще раз напоминаю, что участвуем в быстром розыгрыше, подписываемся на канал, ставим ваши лайки, пишем комментарии, используем мой промокод и скидываем свой. А на этом все. Всем пока.